Натюрморты, портреты и прекрасные пейзажи Пензы и Пензенской области отражены на полотнах художников Арины и Андрея Уделовых. Супруги – продолжатели русской реалистической школы живописи, участники международных, всероссийских и региональных выставок. 13 января художники представили свои работы в музее имени Степана Эрзи. В нашем музее экспонируется произведение Читы Уделовых, Арины и Андрея, которые приехали к нам из города Пензы. В экспозицию вошло 52 работы. И вот эта любовь к своей родине, к волшебному краю, где они все смогли созерцать, впитывать, а затем перенести на полотна, мы и можем сегодня видеть на этой выставке. Палитра красок самая разнообразная. Это и золото осени, и свежая зелень весны. Работы Арины Уделовой наполнены жизнью. Здесь и натюрморты, и портреты. А вот Андрей предпочитает пейзажи. Особенно, когда природа пронизана лучами предрассветного или закатного солнца. Одно из любимых полотен Андрея Уделова – вид на собор Санта-Мария-делла-Салюте. Она была написана незадолго до начала пандемии. В тот момент в Венеции туристов было мало, что позволило художникам полностью насладиться видом. Толп не ходил, можно вставать было писать в любом месте, хоть на мосту, хоть на площади Сан-Марко. Вот. И вот даже можно поглядеть, такая Венеция, там вот этот вот Гранд-канал на работе, он там абсолютно без гондол, без катеров. Увидели Венецию не через затылки других людей, вот, а увидели Венецию так, как ее видели, ну, наверное, сами венецианцы в то время, когда они жили спокойно в этом городе. Это второй приезд Читы Уделовых в нашу республику. Художников привлекли леса и поля нашего края, и в будущем они планируют представить вниманию публики полотна уже с изображением Мордовии. Кроме этого, фонды музея Эрзи пополнят две их картины. «В начале осени» написано Ариной Уделовой, а вот «Ветреный день» – работа Андрея. Валерия Никитина, Сергей Соколов, «Народные новости».